Ты меня слышишь? Да. Как тебя зовут, помнишь? Лера. Лера Сотникова. Куда уходит детство со школьного двора? Сегодня типа 10, завтра 10 раз по 2. Помнишь, как мы обещали не теряться никогда? Пару лет спустя мы не вспомним имена. Из тебя ничего не выйдет, сына, это не твое. Какая там тебе музыка, вырастешь, все поймешь. Мама с папой знают лучше за тебя. Так куда уходит детство со школьного двора? Все просто, для каждой дороги свой перекресток. Каждому океану свой остров. Эй, все просто, нет никаких после. Всем нам одинаково, на небе светят звезды. Эй, все просто. Здрасте. За что меня задержали? Вы что, серьезно считаете, что я причастен к попытке самоубийства Леры? Я люблю ее и любил ее всю жизнь. Понятно вам? Успокойся, Ромео. Во-первых, любовь — это отличный мотив. А во-вторых, с чего ты решил, что мы задержали тебя именно из-за этого? А за что тогда? Отпустите меня, у меня дела в Москве. Знаем мы, какие у тебя дела в Москве и какие дела у тебя в Юрске, мы тоже знаем. Тебя опознали. Посмотри, Клавдия Мироновна Жданова, Лариса Ивановна Попова. Знаешь таких? Александра Николаевна Черныш. И я думаю, что это не единственные эпизоды. Давай, рассказывай, на кого работаешь? Это серьезная организация, помогаем пожилым людям, это фонд. Угу. Помогаете пожилым людям расстаться с последними деньгами, да? Давай так. Чистосердечное признание облегчит твою вину, если что. Господи, да вы что, с ума сошли, а? Я ничего не делал. Какие пожилые люди, какое мошенничество? У вас есть доказательства? Вот. Мошенничество. Ты пойдешь по статье о мошенничестве. Потому что 3 человека тебя узнали. 3! А пусть и не докажут, а? Я ничего у них не брал! Так получилось, Василевский, что сын одной из женщин установил камеру в квартире своей матери. Ну, чтобы следить за ее здоровьем. А ты деньги брал именно под этой камерой. Не может быть, я смотрел, там ничего не было. Молодец. Я же говорю, чистосердечное признание облегчит наказание. А оно у тебя точно будет. На вот, полюбуйся. Мы сейчас с вами идем в банк, снимаем 400 тысяч, потом идем в другой хороший банк, куда мы вместе с вами эти деньги отнесем и положим под очень-очень большой процент. Кроме того, вы получаете возможность 2 раза в год отдыхать в лучших санаториях страны. Представляете? Угу. А вы меня точно не обманете? Конечно, точно. Вот скажите мне, вы хоть раз в жизни в Сочи были? Нет. Ну вот видите. Значит так, я ничего не буду говорить без адвоката. Смотрел с американских сериалов? Дежурный! Уведите. Ну что? Ничего, пока ничего. Что там происходит-то вообще? Да ничего, урожает. Все, я пойду к ней. Подожди, Макс, ну зачем тебе это надо? Ну, роды не самый приятный процесс. Сядь, давай. Да, мам, ну все, ну хватит, правда. Сейчас. Конечно. Процесс зачатия куда более приятнее. Тебе Соня сказала, где она была? Я не знаю, у друга какого-то сказал. Да у какого друга? У нее вообще в Москве нет никого. Я знаю. Знаю. У Смирнова, что ли, была? Да нет, не у Смирнова, точно не у него. Если бы у него, она бы сказала хотя бы, чтобы просто позлить. Не знаешь, там за друг такой, Маничелло, наверное, какой-то. О, Маничелло. Маничелло, как он мог беременную к семье не пустить? Сука, найду этого козла, ноги ему вырву. Ты чё? Тихо, 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 тихо
кто такой? Ты что, охренел, что ли? Друг! Или мы не сделали, как ты сказал. Друг, к которому ушла Соня. Моя Соня! Твоя Соня? Да, моя Соня! Ну-ка, молись! Нормально, нормально. Всё. Нормально человеческим языком. Можешь объяснить, ты кто такой? Дима, у меня работала Соня все это время. У вас было что-нибудь с ней? Ты охренел, у нас что-то было. Ты вообще тут нахрен не стоял! Давай, давай! Как она могла учить такому мудаку, как ты? Только о бабах и думает. Каких бабах? Может быть, я той, которая чуть не покончила с собой из-за тебя. Вы что там с Соней совсем долбанулись и не спал ни с какой Сотниковой? Тихо, Плохлин, с кем ты спал, понял? Надеюсь, когда она родит, она сделает правильный выбор. С тебя, что ли, выберет? Да меня! Просто я ее люблю! И тебе не дам, понял? Давай! Папаша, Ряба выражает. Так, а кто из вас папаша-то? Я. Мы пускаем по одному, разберитесь, а? Ну? Давай, давай, иди. Давай. Отдыхаем, отдыхаем. Пошли. Пошли. Раскрытие. Головка пошла. Максимальное раскрытие. Начинаем дышать. Тушь лёгкая. Тушь хорошая. Давай. Головку, давай. Тушь. Тушимся. Так, молодец, молодец. Всё, пошли. Тужимся. Тужимся. Давай еще. Пошла. Пошла. Молодец. Спокойно. Всё. Молодец. Дышим. Давай, давай. Еще. Молодец. Дыши. Дави, Рябова? Я Рябов. Мальчик у вас? Поздравляю. Внук! Внук! Мое продолжение! Вот Сонька, а? Молодец. Не подвела дочуня. Ну и ваш тоже ничего. Так, мне надо позвонить. Мне позвонить надо. Так. Ксюнь, поздравь меня. Я дедом стал. Внук. Поздравляю. А что так нерадостно? Ты что, от души не можешь поздравить? Поздравляю, Паша, от души. Просто у меня тут дела, допросы. Знаешь, мне тут видео прислали из клуба. Там списки сотрудников, в общем, надо сейчас все смотреть. Ой, да ладно, можно хотя бы сейчас о делах не разговаривать? У нас парень родился, понимаешь? Не у нас, а у вас. Да ладно тебе, Ксюнь, ну хватит завидовать. И на нашей улице будет грузовик с колясками. Родим еще! Твою ж мать.
ты мне скажи, что тебе не хватало, что тебе еще надо было. Какое все-таки вы странное поколение. Машину. Девчонки. Верка, какое же счастье, что ты жива. Если честно, я бы себе никогда не простила, если бы ты умерла. Потому что наша последняя встреча была капец какой напряженной. Ну ничего. Может, Лерка нас еще раз сводит в клуб к своим друзьям? Может, вот раз нормально затусим? Да, Лерк? Не будешь выделываться? Да уж, да выделывалась. Ладно. Смотри, какой тебе вкуснятину принесла. Это торт, мороженое. Ешь скорее. Не ты, а мы. Девчонки, вы чего? Я ж тут только на жидкой кашке. Ну, тем более, себе вчера надо побаловать. Ешьте сами. Ладно. А где у тебя тут тарелочки? Тарелочки в столовой. Ложечки там же. Кать, иди в столовую, возьми тарелочки и ложечки. Почему я опять? Потому что я торт купила. Настя, мир меня занесло. Лер, тебя конкретно так занесло. Но если честно, я так сильно испугалась за тебя. Я тебя очень сильно люблю. Тарелочек не дали. Только ложки. Давайте, устраивайтесь. Здравствуйте. Добрый день всем. Девочки, можно вас попросить выйти на минутку? Да, конечно. Лер, послушай меня, пожалуйста. Я очень рада, что ты осталась жива. Потому что, если бы с тобой что-то случилось, то мы все жили бы с грузом того, что не помогли тебе. А сейчас я очень тебя прошу. Ты знай, что мы всегда с тобой. И верь, что все можно исправить. Ну, смерть нельзя исправить, а все остальное можно. Вот представь, если бы ты умерла... Ир, ну ты как скажешь. Разреши, я поговорю с Лерой. Лер, мы с тобой знакомы больше 3 лет и очень много с тобой общались. И, конечно, я хочу тебе сказать, что ты очень сильно отличаешься от других девчонок. Ты сильная, мотивированная, при этом очень тонкая и ранимая. Конечно, с таким личностным набором качеств жить непросто. Но... Все мы в начале этой взрослой гребаной жизни совершали ошибки. Никто нам в детстве не обещал, что взрослая жизнь будет прекрасной. Ты же видишь, как живут твои родители и все остальные. Просто не будет. И в твоих руках, и в твоих силах, это я тебе говорю как кандидат психологических наук, и как человек, который просто хорошо к тебе относится, все исправить. Такие личности, как ты, а ты личность, совершив однажды чудовищную ошибку и осознав ее, а ты ее осознала, дальше взбираются в эту гору под названием «взрослая жизнь» и уже с нее не падают. Ты уже поднимаешься в эту гору. Сейчас весь мир у твоих ног. Спасибо. Тук-тук. Я же говорю, нельзя сюда. Да не разговаривай. Да я на секунду сгущенку отдам. Заходи, Катимир, заходи. А, и я, можно, да? Можно, Егор. Всем здрасте. Лерка, привет. Я тебе сгущенку принес. Зачем? В смысле зачем? Лерка! Она от всех проблем спасает. Мне так отец говорит. Ирина Львовна, а чего вы смеетесь? Лера, сгущенка — это и еда,
и вода, и тепло, и наслаждение. Так что давай, бери, наслаждайся, кушай. Спасибо, Хан. Лер, спасибо, что живой. Ну, теперь ты мне Москву покажешь целиком, полностью. Не продинамишь? Я тебя даже в музей отведу. О, военный? Договорились. Ребята, вы все такие классные. Я себя так по-свински вела по отношению к вам. Правду говорят, что друзья с детства — это самые настоящие друзья на всю жизнь. Я вообще, честно говоря, думала, что вы перестанете со мной общаться. Да серьезно думал, что мы с тобой перестанем общаться? Слушай, Лера, это... Прости меня за то, что тогда тебе деньги не дал. Ну, еще из-за этой инфы про отца разозлился. Ну, в общем, ладно, давай не будем об этом. Ну, в общем, запомни, если тебе что-то понадобится, то ты в любой момент можешь позвонить мне, и вы, ребят, тоже. И я приеду и помогу обязательно. Потому что за эти дни я понял, как страшно каждого из вас потерять. Это хреново, в общем. Прости меня, Лер. Привет. Привет. Привет всем. Привет, Миш. Привет. Здрасте, Ирина Львовна. Лер, от тебя. Спасибо большое. Лер, я хотел извиниться перед тобой. За что? Да ты не парься. Есть за что. И что еще хотел сказать? Ты герой. Вот как у Федора Михайловича в «Преступлении и наказании». Как Соня Мармеладова, как Катя Маслова, как... Как Тамара Куприна. Да, спасибо. Как Тамара. Миш! Ну, а чего? Лер, не обращай внимания, у нас Миша просто сдал ЕГЭ по литературе на 100 баллов и никак не может расстаться с предметом. Все, Миш, хватит, успокойся, у тебя 100 баллов. Как ты так смог, Миш? Сам не знаю. Это вот меня Ирина Львовна готовила, вот подготовила. Да ладно тебе, Ирина Львовна, ты сам все прекрасно сделал. У тебя талант, Миш. Ты молодец. О, всем привет. 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 Это тебе. Спасибо большое. Ну как ты вообще? Хорошо, спасибо. Ась, я извиниться хотела перед тобой. Нет, я серьезная, прости меня. А за что? Ни за что. Все в порядке, Лер. Да не дергайся ты. Садись уже. Не бойся ты, ничего в этом страшного нет. Ну, потерпишь разок, зато деньги сразу будут. А ты уверена, что меня выберут? Конечно, выберут. Не сегодня, так завтра. Куда они денутся? Вот наши девочки. Выбирайте, кто вам больше нравится. Вот эту, платье в горошек. Отлично. Девушка, пойдемте со мной. Мне надо покурить. Стой! Ты же не куришь. Я курю. Подожди. Лер, давай не будем об этом никогда. Хорошо. Нет уж, вы давайте рассказывайте. Раз такой день, все друг у друга прощения просят. Рассказывайте. Нет, Миш. Ничего не буду говорить. Но ты дурак. И не потому, что сравнил меня с проститутками из великих классических произведений, а потому, что девушку такую упустил. Она тебя любит. Не буду ничего рассказывать, но поверь, любит очень сильно. Лерка, я прискакал к тебе из леса и принес очень много вкусной морковки. Любишь морковку, Лер? Заяц твоего любимого принес. О, Василевский на свободе. Морковку подержи. Ну что, Василевский, как там на зоне?
Кто на зоне не бывал, тот жизни не нюхал. Рот вытри. На самом деле страшно. Мне этих суток в КПЗ на всю жизнь хватит. Конечно, от сумы и от тюрьмы не убережешься. Убережешься, Василевский, убережешься. Если туда не стремиться. Провел ночь в обезьяннике и понял, что стал взрослым. Ну, в детстве как. Сделал ты какую-нибудь фигню, мама тебя в угол поставила. Извинился, свободен. В школе подрался он с Михеем. К директору отвели. Извинился, свободен. А тут извиняйся, не свободен. Выпутаюсь из этой истории, не знаю, что буду делать. Наверное, вернусь к дядьке на завод. Ну и буду как-то копить на учебу. Петя, ты приходи ко мне. Я расскажу, как деньги честным способом зарабатывать. Опять же, всегда можешь ЕГЭ пересдать, на бюджет поступить. Когда свободен, выбор всегда есть. Петь, я когда представила, что тебя лет на 20 в тюрьму посадят, как я жить без тебя-то буду? Не хочу представлять. Иди ко мне, я тебя обниму. Мне. Ребята, уже известно, кто это сделал? Да. Кто? Представляешь, на меня хотели повесить. Тебя, на меня. Это же, это невозможно. Лер. Лерка моя. Валерия Валентиновна. Я вот здесь официально при всех заявляю, что я готов ждать тебя всю свою жизнь. И мне совершенно все равно, что в твоей жизни было, что будет. Знаешь, есть такая форма любви, которая вшита в человека намертво. Ну вот, ты моя прошивка. Моя Сотникова. Буду ждать тебя, сколько скажешь. Я не знаю, что ответить, Петь. Вся жизнь у нас впереди. Найдется однажды ответ. А Ксения ты Рябовская долбанутая какая-то, если честно. Так кто это сделал? Ну, а кого здесь не хватает? Рита. Макс. Соня. Слушай, может, ты расскажешь нам, как тебя угораздило? Если хочешь, конечно. Хочу. Давайте. Когда я вижу человека, ну, мне хочется ударить его по морде. Так приятно бить по морде человека. Вот я сижу у себя в комнате, ничего не делаю. Вдруг кто-то пришел ко мне в гости, он стучится в мою дверь, и я ему говорю: «Войдите». Он входит и говорит: «Здравствуйте! Как хорошо, что я застал вас дома!» А я его стук по морде. А потом еще сапогом в промежность. Мой гость падает навзничь от страшной боли, а я ему еще каблуком по глазам. Дескать, нечего шляться, когда не звали. А то еще так. Я приглашаю гостя на чашечку чая, гость соглашается. Стоп! Достаточно. Все-таки Хармс. Как скучно. Петь что будете? Ой, мороз, мороз. Давайте. Мороз, не морозь меня,
пойте, что вы остановились? Пойте! Я слова забыла. Хорошо. Я думаю, достаточно. Спасибо. Мне идти? Идите, идите. Идите. Привет, прошла? Привет, нет. А ты? И я нет. Сочувствую. Да перестань. Я уже четвертый раз поступаю, на пятый поступлю. А ты в первый раз? Да. Только мне возвращаться некуда. Да и не хочу. Мне в Москве нужно остаться. Так оставайся. А где я жить буду? Квартиру снимешь. Мне на что мне квартиру снимать. Слушай. Я могу помочь тебе. Есть работа нормальная, там многие из наших подрабатывают. Круто. А что надо делать? Да ничего, по клубам тусить. Ты что, проституция? Я таким не занимаюсь. Нет, ты чего? Эскорт. Ты откуда приехала? Из Юровска. Это у вас в Юровске проституция и эскорт одно и то же. А у нас в Москве это разные вещи. Что, даже трахаться ни с кем не надо? Нет. Ты можешь трахаться, если захочешь. Но к той работе, которую я тебе предлагаю, это не имеет никакого отношения. Тебя как зовут? Лера. А я Надя. Значит так, Лера, я твоя Надежда. Фу, не Решетникова, слава Привет. Богу. Привет. Значит, это тот, о ком я думаю, да? Привет. Привет, ребят. Привет. 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 Лера, я принесла тебе твои фотки. Помнишь, я делала перед выпускным? Смотри, какие клевые. Чё там? Класс. Да. Слушай, ну Скарлетт Йоханссон. Смотри. Ну, типаж, типаж. Голливуд, Голливуд. Рид, это супер классно. Ну, Скарлетт Йоханссон, ну, типаж, типаж. Голливуд. Вот это прикольно, смотри. Томный взгляд какой. Очень красиво, спасибо. Вот это прям. Рид, проехали, да? Да не представляешь, как проехали. Так проехали, что вспоминать об этом не хочется. На всю жизнь этот год запомню. Первый год взрослой жизни. А что такое? Вы в Москве виделись? Что у вас там случилось? Да напились просто. Лера ко мне в общагу приходила, вот и все. Но говорить об этом не очень хочу, потому что я больше не пью. И вообще, я начала новую жизнь. Да ладно, какую? Ушла из института. Опа. Да ну блин, ты дурочка, что ли, с бюджета? Да, ну потому что это не мое. И знаете, кто мне в этом помог? Моя мама, которой вы, Ирина Львовна, отправили мои фотографии, всю информацию обо мне. Опа. Рит, прости, надеюсь, я тебе не навредила. Да нет, вы мне очень помогли. У меня оказалась потрясающая мама, которая меня очень любит и понимает. И после второго знакомства с ней я поняла одну очень важную вещь. Если очень-очень больно, то терпеть нельзя. Надо просто брать, делать и бороться. А счастье — это тяжелый труд. Но оно бывает. И теперь я буду учиться на фотографа. Класс. Да, я точно знаю, чего хочу в жизни. Рит, ты прости. Лер, продолжай. Надь, он меня лапает. Ну? Что, ну, ты говорила, что без рук.
Во-первых, я не говорила, что без рук, я говорила, что без секса. А во-вторых, что, она отвалится, что ли, сиська твоя? М? Лер, не продолжай дальше. Захочешь поделиться, приходи ко мне. Да нет уж, продолжу. Вы и так меня видели уже во всей красе, что скрывать. Это так мерзко, так противно. Ты себя ненавидишь. Такое ощущение, что твоя душа сбегает от тебя. Боится тебя такую. И ты превращаешься в бездушный кусок мяса. Потом я поняла, что так продолжаться больше просто не может. Все эти клубы, тачки, магазины, все это засасывает в какую-то бесконечную воронку, из которой выбраться просто невозможно. Ну и плюс я стала еще такой сукой. Некоторые из вас на себе испытали. Чтобы прекратить этим заниматься, я стала использовать кредитки. Но берешь 100, отдавать нужно через 2 месяца с процентами. Поэтому завязать не удалось. У меня тоже все с кредита началось. Взял 50 тысяч. Думал, на полгода хватит. За 3 дня закончились. Дальше еще, еще. Ну и пошло-поехало. Я на самом деле знал, что отец мне помог поступить. Сначала что-то там возмущался я, ну а потом, Лерка, ты мне помогла все понять. А тут 2 варианта. Либо не поступать, куда хотел поступить, либо брать те же кредиты. Потому что у матери нет возможности оплачивать мою учебу. Вот. Ну, сейчас смотрю, что у них там с Машкой в семье. Понимаю, что все правильно. Посмотрим. Может быть, когда-нибудь я отблагодарю отца за то, что учусь там, где учусь. Оп. Да. Егор, а ты оказался мудрее, чем я. Я для своего отца не смог подобрать таких слов, как ты. Так, хватит про своих отцов. Кто это сделал? Ты знаешь, это, наверное, первый случай за мои 15 лет службы, когда я просто не знаю, что мне делать. Вернее, я знаю, но я просто в шоке от того, что происходит. А что ты молчишь? Ты понимаешь, что тебе никто не поможет? Это просто невозможно. Дело очень громкое. Тем более, все, что связано с вашим классом, все очень резонансно. Ну что? Ну что ты молчишь? Ты можешь хотя бы слово сказать? Дальше я получила первое смс с угрозой, что если через 3 дня я не брошу то, чем занимаюсь, и видео станет достоянием всех. Я не успела на один день. Всего лишь на один. Мне нужно было дела в Москве закончить и квартиру хозяйке сдать.
Я не думала, что вы получите это видео. Я была уверена, что он блефует, что он не сделает этого. Я, конечно, все от него ждала, он урод конченый, мажор, но мне казалось, что в нем хоть что-то человеческое осталось. Ты что здесь делаешь? Ты реально думаешь, что я такой урод, что способен был пойти на это? Что я способен себя так повести по отношению к женщине? Ну а почему нет? Это же месть. Месть? Месть за что? Мне не за что тебе мстить, Лер, мне всегда тебе было очень жаль. Правда, ты ж хорошая, не злая. Ты нормальная девчонка, ну. А все твои поступки по отношению ко мне, они были просто глупостью. Детской, неосознанной. Я это понимаю. Всем привет. Честно скажу, Лер, не хотела к тебе идти, но Макс сказал надо, значит надо. Почему не хотела идти? Давай не сейчас. Вот выйдешь из больницы, встретимся и поговорим. Окей. Лето длинное, встретимся, поговорим. И все-таки кто это сделал? Ваша фамилия, имя, отчество? Мухина Алина Сергеевна. Полный возраст? 19 лет. Учитесь, работаете? Работаю. Где? Город Юровск, Покровская церковь. Признаете ли вы себя виновной по статье 137 УК РФ за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни лица? Признаю. Расскажите, как это произошло. После того, как меня выписали из больницы, я попала в церковь. Там я познакомилась с прихожанином, который предложил мне в мои свободные дни подрабатывать администратором видеонаблюдения в ночном клубе «Небеса» в Москве. Мне нужны были деньги, я не могла больше стеснять добрую женщину, которая мне так помогла. Нужно было платить за аренду, одежду, еду, и я согласилась. Однажды, к тому моменту я работала там уже 3 недели, я случайно заметила на видео мою одноклассницу и подругу Леру Сотникову. Мне было очень неприятно и противно от того, что происходило там. Поэтому я старалась не обращать на это внимания, потому что осуждать других — это грех. Моя задача была просто наблюдать, чтобы не случалось никаких скандалов между клиентами и девочками. Но когда я увидела Леру, мне стало ее очень жалко. Знаете, у нее было такое несчастное лицо, и мне очень захотелось ее спасти. Как-то очистить ее от всей этой скверны. И тогда я дождалась, когда она придет в клуб снова, и сняла все на видео. Я сняла на свой телефон, потому что видео из приватных комнат уничтожались в тот же день. А где был сотрудник?
ну, который следил за камерами. Я сказала ему, что у меня болит голова, и попросила сходить в аптеку. Я сняла видео, сохранила его, и тогда у меня созрел план. План? Какой план? Отправить всем одноклассникам и родителям видео, чтобы она покончила с собой? То есть ты действительно считаешь, что смерть Сотниковой — это спасение? Ты понимаешь, что ты могла ее реально убить? Ну, не убила же. А Саша? Саша знал об этом? На следующий день после ареста Алины Саша оказался в больнице с нервным срывом. Он здесь, на соседнем этаже. О! Как же вам не стыдно, а? Матерь Божья, набились к бедной девочке в палату. Шучу, понял. Василевский, тебя не рановато отпустили? Да ладно тебе, Том. Ну, гости же. Посмотри, подарки принесли. Какие подарки, посмотри, лужу наделали. Так, все. Ирина Львовна, Кирилл Алексеевич, до свидания. Давайте завтрашнего дня по 2 человека, не больше. Конечно. Преступление и наказание ты наш, Василевский. 100 лет тебя знаю. Не исправлюсь, тетя Тома. Да иди ты уже. Соня, я забыла спросить. Мальчишку-то как назвали? Макс. Куда уходит детство со школьного двора? Сегодня типа 10, завтра 10 раз по 2. Помнишь, как мы обещали не теряться никогда? Пару лет спустя мы не вспомним имена. Из тебя ничего не выйдет, сына, это не твое. Какая там тебе музыка, вырастешь, все поймешь. Мама с папой знают лучше за тебя. Так куда уходит детство со школьного двора? Все просто, для каждой дороги свой перекресток. Каждому океану свой остров. Эй, все просто, нет никаких после. Всем нам одинаково, на небе светят звезды. Эй, все просто, для каждой дороги...